Всем доброе утро, мои хорошие! У нас воскресенье, выходной, и, конечно же, я начинаю снимать влог. Сейчас, с чего начался день? Я помыла голову, умылась и иду готовить завтрак. Смотрите, какое солнце, у нас аж блестят обои. Вообще, солнышко! Машинки стоят. Спугнула птичку, хотела добавить чего-нибудь. Так, чуть-чуть пшена, конечно, немного скатывается пшена, и печеньку поломаю. Кормушка, кстати, у нас есть, сейчас вам покажу. Дамир на 23 февраля в садике подарили такую кормушку, скворечник, которую можно разукрашивать. Так что мы его пытались собрать, но его нужно склеить, так как он у нас будет на улице все-таки стоять. Ладно, уйду, не буду тревожить, они покушать хотят. Я сейчас Дамир делаю творог со сметанкой. Сейчас мы договорились о завтраке. Дамир поел творог со сметаной. Сейчас я помою посудку и буду делать такой завтрак. Яичницу пожарю, брокколи сварю и гречку. Как-то так. Так, я сейчас буду пить вот такой вот чаечек. Мне так понравились фруктовые всякие, ну, вкусненькие чаи. И ждем в гости мама. К маме подруга приехала из другого города. И они к нам сегодня пожалуют. С пиццей, тортиком посидим. Поэтому мы сейчас быстренько завтракаем. Поэтому я помыла посудку быстренько. Немножко поубираюсь, да. Погода хорошая. Солнышко такое светит, вообще прекрасно. И самое главное, настроение поднимается от того, что выходной, заслуженный выходной. Эта неделя очень сложная, при том, что суббота была рабочая. Но зато на 23 февраля, во вторник, будем отдыхать. Вот такой у нас завтрак получился. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ходила выносить мусор. И в этот момент уже в подъезде встретила, приехала бабушка с братьями. И гости все пришли. Так что бегу к ним. Так, пришли к нам гости с пиццей. Мы, кстати, с Витей немножко тут переставили, но он еще не прикрутил, получается, бок стола. Тут еще прикручивать надо, но у нас работа, сами понимаете. Так, это что-то там мама принесла, надо посмотреть. У нас сейчас вообще такое время. Выходим из дома, ну, в будние дни, когда темно. И выходим с работы уже тоже, когда темно. То есть белого света дня мы вообще не видим, солнца. И в выходные дни это такое счастье, светло. Я даже с удовольствием пошла мусор выносить, чтобы хотя бы побыть на улице. Потому что в будние дни ты видишь только темень. И все. Буду наливать чай. А еще, знаете, мама сказала, ну, за новоселье выпьем шампанское. И что вы думаете? Бокалы под шампанское на той квартире. Мы еще до сих пор не забрали. Мы думали на этих выходных забрать, вот на 23 февраля, ну вот на праздничные дни забрать. Так что так и не забрали. Ура! Захар, Захар! Бокалы у нас шикарные. Да. Да у нас же есть на той квартире. У нас же есть. Надо перевести с той квартиры. Ура! Сейчас что? Счастливой благополучной жизни. Чпок-чпок. На счастье. Вот такое вот. Это шампанское, да? Полусладкое. Вот такое вот. Хлеб Галиции. К нам на новоселье пришли с подарком.
Тетя Буля подарила двухспальное постельное белье, такое вот красивенькое. Так что сегодня же постираем и все. Будем спать с красотой такой. Мы съездили на ту квартиру, забрали немножко вещей, оставшихся еще бокалы. И мама эксперимент сделает. Да. И Тамир тут включил песню, как раз моя любимая группа, про которую я рассказывала в видео в своем. Оставлю тут у него ссылочку. Музыка, которая останется в моем сердце навсегда. Вот я люблю эту группу. И она как раз играет по радио. И Тамир включил ее. Сижу на кухоньке. Мы забрали со старой квартиры все. Вот. Еще оставшиеся. Потому что, ну, так по чуть-чуть вывозим, потому что среди недели никак не получается. Мы, получается, с работы выезжаем. Так хочется просто домой, просто покушать, помыться. И просто нет сил уже ехать в ту квартиру, что-то дозабирать. Вот. И вот мы так по чуть-чуть иногда вывозим. В принципе, у нас доступ к той квартире есть. То есть мы там не тратим воду, свет, ничего. Мы просто открываем, да, забираем свои вещи. Квартира уже государство, да, мы уже сдали ключи. Точнее, мама. Потому что я была на работе, она бегала, сдавала ключи от квартиры. Такие дела. Сегодня мы решили, у нас получается у Вити 3 выходных дня, у меня 2. Но я завтра работаю с 10 до 2, это 4 часика, у нас там самолет улетает, ну там чуть-чуть побуду на работе. Но тоже считаю, что это выходной, 3 выходных получается. Сегодняшний день мы решили просто без работы, просто отдыхать, ничего не делать. Ну понятное дело, я все равно делаю, там посуду помыть, да, полы протереть, ну все равно такая. Но чтобы там собирать что-то, у нас еще, нам нужно с Витей брать дрель, ну, может, это завтра будет. Взять нужно дрель, чтобы он ключницу мне повесил. Плюс надо шкаф собрать и кухонный уголок дособирать. Ну, как бы дела есть, но мы решили сегодня просто. Отдыхаем, ничего не делаем. И я вчера себе в аренду домой взяла кальян. Ну, я его редко курю. Последний раз был на день рождения 11 октября. Вот мы в кафе с девчонками ходили. И вот это последний раз. Ну, обычно, да, раз в полгода курю кальян. Вот я его курила летом с Викой, потом на день рождения на свой. И вот сейчас решила так в аренду взять на один день. Вчера курила его, и у меня его скоро заберут, поэтому я его опять заправила. Вот такой кальянчик. Я его сама забивала, я умею. Ой, красота. Я тут сижу, закрылась ото всех, свет выключен, просто сижу, отдыхаю, курю кальян, вот, смотрю YouTube, потому что в будние дни вообще нет времени смотреть любимых блогеров, и я вот это нагоняю, на выходных немножко смотрю, на некоторых выходных даже не хватает на это времени. Сегодня забрали, получается, бокалы, миксеры с той квартиры. Теперь у меня кухня более полноценная. Такие делишки. Постельное белье нам новое подарили. Кстати, его нужно сейчас в стирку положить. И старое постирать. И новое постельное белье застелим. Вообще красота. Я пошла в магазин. Заодно к маме же подруга приехала с другого города. Они сейчас на вокзале покупают билеты. Представляете, до вокзала пешком шли. Уж вечер. Я всего лишь один бокал что-то шампанского пила, уже думаю, прошло. Поеду за ними, по делам тоже. Знаете, каждый раз выезжая вот из дома куда-то, да, у меня глаза радуются, что мы живем в капитальном доме. Это вообще так удобно. Никаких мук вот этих с деревяшкой. Мыши у нас там бегали. Что мы только не делали, мыши там есть. И их никак от них не избавиться. Ой, это все в прошлом. Полы не скрипят. Я не знаю, у меня душа радуется каждый день. Каждый день, когда я просыпаюсь в этой квартире, я к ней так привыкла. Уже вот наша. Уже прям радуюсь. Правда, конечно, ничего не доделали еще пока. Ой, а как я по своей машине соскучилась. Я на ней уже больше недели не ездила. Морозы. Нас только Витя на своей машине с утра возит до Мира в садик. Меня на работу.
Вот так соскучилась по машине. Сейчас с музыкой поеду. Вот знаете, мне не хватает среди недели. Я вот не слушаю музыку. Вот я люблю, ну, громко слушать музыку. В машине, куда-то ехать. Чисто молчать, слушать музыку и ехать. Иногда есть настроение петь, иногда есть настроение просто молча слушать музыку. Это все так прекрасно. В среди недели этого не хватает. Поэтому на выходных я чаще всего дома включаю колонку, свои любимые песни и просто кайфую. Кто тоже кайфует от музыки? Кто отдыхает, слушая ее? Напишите мне в комментариях. Мне, кстати, так приятно, когда вы пишете мне такие хорошие комментарии. Спасибо вам всем большое. О, душа радуется. Спасибо. Так, смотрите. Купила на работу нам. Мы с девочками сложились. Вот такой вот увлажнитель. Ну, там 1400 стоил. Мы сложились денежкой. Купили увлажнитель себе в кабинет. А это подарок Вите. Мы с мамой Вите сложились. Такой триммер для бороды, ушей. Там, знаете, ну все. Чисто там все насадки есть. Вот такой вот от Браун взяли. Так что это подарок ему на 23-й. А сейчас мы... Я забрала Дамира и едем в батутный центр. Нас мама пригласила. Так что с братьями и Дамирчиком этим. Приехали в батутный центр Mad Monkey, вон. Все, заходим. Давай, не надо прищемляться. Да, я тут ни разу еще не была. Так, да. Ой, как тут. Ярослав, вообще круто, да? Я тут первый раз вообще нахожусь. Это в прошлый раз за 40 минут времени научился прыгать. Ну тут учиться надо, да, такое делать. Мне тоже полезно бы попрыгать. О, Дамир туда свалился. У нас мама красотка. Я тоже думаю, попрыгаю сейчас. Я тоже тут прыгаю. Тут вообще фон такой крутой. Дамир зарылся. Дамир, привет! Ой, выделывается. Как тебе впечатление, что Ярослав себя ободрал в лицо? Очень страшно. Мармеладку куплю. Купим. Дамир Ярослав ободрал себе лицо до крови вообще. Бесстрашный человек. Ну, показывать не дает, но вообще. Мужчины украшают травмы. Да. Но он даже не заметил, что он ободрал его. То есть ему он ничего не почувствовал. Просто я увидела со стороны, что он красный, подошла, а он весь в крови. Вообще капец. И дальше пошел прыгать. Мы даже не заметили, когда это случилось. Да.